Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рогоцкая. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Приморские парламентарии определились с новой датой выборов губернатора. Жители решат, кто станет главой региона 16 декабря. В конце заседания Олег Николаевич внес в законодательное собрание проект закона, предполагающий изменение системы выборов в органы местного самоуправления. Виталий Веркиенко ушел с поста мэра теперь официально. На внеочередном заседании депутаты Думы Владивостока приняли его отставку. Вопрос первый, как вы наверняка помните, касается досрочной отставки главы города Виталия Веркиенко. Сегодня мы голосуем по этому вопросу. Роботы, скульптуры, образцы клеток, древних растений и многое другое. Всероссийский фестиваль «Наука-0+» добрался до Владивостока. Также в выпуске. Трасса Седанка-Патрокол оказалась блокирована. Грузовик обрушил балку виадука в результате аварии. Еще расскажем, батареи постепенно становятся теплыми. Отопление уже пришло в 13 муниципалитетов Приморья. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Утро вторника во Владивостоке началось с многокилометровых пробок. Ночью 16 октября грузовой автомобиль, двигаясь по объездной трассе Седанка-Патрокол в районе улицы Басаргина, задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях. Пострадавших нет. Оперативно на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, специалисты городской и краевой администрации и спецтехника. На сегодняшний момент организованы работы по освобождению балки с автотрассы. Движение пассажирского транспорта не прекращено. Происходит движение с русского и на русский. Общественный транспорт идет без перебоев. Работают бригады газорезчиков, сварщики и 5 кранов различных грузовых подъемностей для демонтажа этой балки перекрытия. Ситуацию под контроль взял в РИО губернатора Олег Кожемяка. Назначено проведение ряда исследований и экспертиз. Отмечается, что виадук уже имел повреждения от столкновения с грузовиком. Данный случай не первый, но тогда конструкция устояла. На этот раз расходы по восстановлению конструкции понесет виновник происшествия. Ну, все работы оплачивает транспортная механизация, как организация, чье транспортное средство совершило столкновение с виадуком и в результате чего произошло обрушение. Виадук не был закреплен, он держался на резиновых опорных частях. Чтобы убрать рухнувшую конструкцию с дороги, ее пришлось распиливать на элементы, а потом вывозить тралами. Работы по расчистке дороги от обломков виадука, который обрушился во Владивостоке из-за самопроизвольно поднявшегося кузова самосвала, шли практически весь день. На данный момент движение по трассе возобновлено в полном объеме. Депутаты от КПРФ сорвали заседание Думы Владивостока. На повестке дня были вопросы касательно отставки Виталия Веркиенко и формирования комиссии по выбору нового главы города. Коммунисты наотрез отказались даже обсуждать идею конкурсной комиссии, из-за чего кворум собран не был. Подробности у Максима Яковлева. Главная тема, которую обсуждают сейчас практически весь город – как пойдут дела после Веркиенко. Будет ли народ выбирать нового главу, или же этой ролью управленца наделит специальная комиссия и депутаты? Именно эти вопросы были вынесены на повестку дня на внеочередном заседании Думы Владивостока. Вопрос первый, как вы наверняка помните, касается досрочной отставки главы города Виталия Веркиенко. Сегодня мы голосуем по этому вопросу. Вопрос второй нашей повестки сопряжен напрямую с первым. И касается он начала процедуры формирования конкурсной комиссии по замещению должности главы города Владивостока. И третий вопрос нашей сегодняшней повестки касается формирования состава Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, где по квоте краевого избиркома эту позицию занимает делегированный ими
кандидат. Первый вопрос, касающийся досрочного прекращения полномочий главы города Виталия Веркиенко, решился однозначно и положительно. Однако еще до обсуждения следующей темы представители партии КПРФ решили внести свои правки в ход заседания. Коммунист Евгений Ляшенко заявил, что вопрос о комиссии не следует даже начинать рассматривать. По его мнению, единственное верное решение – вернуть народу прямые выборы. Есть предложение депутатам, которые нас поддерживают, и депутатам-коммунистам покинуть заседание Думы по данному вопросу и не принимать решение. Спасибо. Евгений Иванович, В итоге 9 депутатов без какой-либо полемики ушли с заседания. Оставшихся не хватало для кворума, поэтому тут же заседание и закончилось. Следующая попытка собрать кворум будет уже в ближайшее время. Стоит отметить, что сейчас по уставу Владивостока мэры избирают не голосованием горожан, а утверждают депутаты Думы по итогам конкурса. Кандидатов отбирает конкурсная комиссия, которая состоит из 8 человек. Половина назначается городской думой, половина – губернатором Приморского края. Нового главу города должны определить в течение 55 дней после досрочной отставки Веркиенко, а значит, не позднее 5 декабря. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Глава Приморья обеспокоен подготовкой снегоуборочной техники во Владивостоке. В Рио губернатора Олег Кожемяка призвал не допустить коллапса в городе с наступлением зимы и обещает помощь муниципалитету. Власти региона рассмотрят вопросы о выделении средств на эти цели, в частности, на лизинг снегоуборочной техники. Сегодня по нормам Владивостоку необходимо 198 единиц, при этом в наличии есть только 112 спецмашин. До конца года краевой центр намерен приобрести еще 30 единиц. Однако Олег Кожемяка раскритиковал такой подход к работе и подчеркнул, что технику необходимо приобрести максимально оперативно. Проект закона Приморского края о детях войны приняли краевые парламентарии. На заседании депутаты обсудили сразу два альтернативных законопроекта. Один от коммунистов, другой от врио губернатора. Свой Олег Кожемяка представил лично. Кроме того, на заседании назначили и дату повторных выборов губернатора. Подробнее о внеочередном заседании законодательного собрания расскажет Светлана Садовая. Представление нового генерального прокурора, назначение повторных выборов губернатора Приморья, бюджет на 2018-2020 годы и проект закона о детях войны в Приморском крае. Повестка внеочередного заседания краевого парламента небольшая, но емкая. В конце заседания Олег Николаевич выступил перед депутатами и сказал о том, что он внес в законодательное собрание проект закона, предполагающие изменение системы выборов в органы местного самоуправления, которая предполагает возвращение прямых выборов глав городских округов и муниципальных районов. Повторные выборы губернатора пройдут в крае 16 декабря. Большинство депутатов поддержали назначение этой даты. Кроме того, в соответствии с принятым депутатами постановлением законодательного собрания, сроки избирательных действий будут сокращены на 1/3. Кроме того, законодательное собрание Приморья согласовало кандидатуру государственного советника юстиции 2 класса генерал-лейтенанта Николая Пилипчука на пост прокурора региона. Ранее аналогичную должность он занимал в Республике Саха и Амурской области. Безусловно, будут выполняться задачи по защите прав свободы человека и гражданина. В первую очередь, повышенное внимание будет уделяться вопросам безопасного труда. Депутаты законодательного собрания Приморья приняли в первом чтении важный закон о детях войны в Приморском крае. Законопроект, внесенный в Рио губернатора Приморья, относит к детям войны граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, проживающих и получающих пенсию на территории Приморского края. Документ предусматривает для данной категории ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 1000 рублей и первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной форме. Вообще, где я работал, мы всегда начинали с этого закона, потому что уважение к старшим – это непреложное правило и для нас, для молодежи. И отдавая дань уважения к старшим, к нашему прошлому, мы таким образом формируем повестку и будущего. Вот. И это целостность государства, целостность тех устоев, которые в нас заложили наши отцы и деды. В Приморье проживает более 100 тысяч человек, которые родились в этот период. Бюджет края готов к первым выплатам детям войны. По словам врио губернатора Олега Кожемяка, закон о детях войны будет совершенствоваться и с каждым годом обеспечивать новые
новые льготы и права. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. К теплу в Приморье подключают социальные объекты и жилые дома. На сегодня подключаются жилой фонд и объекты соцкульбыта в Арсеньеве, Большом Камне, Лесозаводске, Спаске-Дальней, Муссурийске, Анучинском, Кировском, Красноармейском и других районах. Кроме этого, запущена одна котельная во Владивостоке в районе Садгорода. Всего начали работу 129 котельных, которые подают отопление на 322 социально значимых объекта и в 220 жилых домов. Самое большое количество жилфонда запитано в Пожарском районе – 128 домов. Также в преддверии отопительного сезона на теплоисточниках региона запасы жидкого и твердого топлива уже превышают нормативы. Завезено почти 300 тысяч тонн топлива. Полностью завершить подключение к теплу потребителей Приморья планируется до конца октября. Всего отопление уже пришло в 13 муниципалитетов. Тем временем в РИО губернатора Приморского края Олег Кожемяка встретился с рабочим коллективом Владивостокской ТЭЦ-2. Особое внимание было уделено готовности города и края к отопительному и зимнему сезонам. Мы видим и по тем работам, которые можно было сейчас интенсивно завершать на этапе, когда погода позволяет. Это и ремонт наших дорог, вот, какие-либо работы, связанные с окончанием и подписанием акта. Вот, к сожалению, пока эта ситуация, она по городу идет такая неуправляемая. В ходе встречи от представителей ТЭЦ прозвучал вопрос, касающийся переноса столицы Дальнего Востока во Владивосток. Отвечая, Кожемяка назвал плюсы такого изменения. По его словам, такие действия выведут Приморье на уровень передового субъекта Дальневосточного округа, создадут дополнительные рабочие места, чтобы обеспечить данную деятельность, помогут решить проблемы региона. Центр есть центр. Тут плюсом всегда к Дальневосточному центру отдельное внимание со стороны федеральных и Министерства финансов, больше будет и денежных средств. Поэтому мы со своей стороны обязаны будем и город поддерживать на высоком уровне, делать так, чтобы он действительно нес все столичные функции Дальневосточного региона. Ну и в целом наш статус будет повыше. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Врачам и учителям увеличат подъемные, вырастет и прожиточный минимум для пенсионеров. Умным быть модно. Всероссийский фестиваль науки удивил жителей приморской столицы. Известная певица Диана Арбенина призналась в любви Владивостоку и сказала, что не против здесь жить. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Ракотская, и мы продолжаем. Врачам и учителям увеличат подъемные, вырастет и прожиточный минимум для пенсионеров. Умным быть модно. Всероссийский фестиваль науки удивил жителей приморской столицы. Известная певица Диана Арбенина призналась в любви Владивостоку и сказала, что не против здесь жить. Учителям и врачам добавят денег. В Приморье разрабатывают закон об увеличении подъемных для медицинских и педагогических работников. Предлагается механизм предоставления подъемных при трудоустройстве в больнице, поликлинике и на станции скорой помощи. Размер единовременных доплат для врачей от 350 тысяч рублей в крупных городах, таких как Владивосток, Уссурийск и Находка, до 500 тысяч рублей в северных районах Красноармейском, Тарнаиском и других. По 300 тысяч рублей предлагается единовременно
доплачивать фельдшерам акушерских пунктов и скорой помощи. Аналогичные меры разрабатываются и для педагогических работников. Так, работникам сельской местности предполагается ввести единовременные подъемные от 300 до 400 тысяч рублей, в городах от 250 до 350 тысяч рублей. В северных районах края размер подъемных будет на 10% выше. Для молодых педагогов предлагается ежемесячно доплачивать к зарплате по 10 тысяч рублей в течение первых 3 лет. Также доплатят и пенсионерам. Законопроект о прожиточном минимуме для них на 2019 год одобрен депутатами Комитета законодательного собрания по социальной политике. Предполагается, что по сравнению с нынешним показателем его величина вырастет на 9% и составит 9 988 рублей. Прожиточный минимум пенсионера необходим для выплаты региональной доплаты к пенсии. Эта мера социальной поддержки выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе показателя. Доплата – это разница между ним и фактическим обеспечением человека. На эти цели будет направлено около 2 миллионов рублей. Сейчас региональную доплату к пенсии получают свыше 63 тысяч жителей края. В минувший уикенд Владивостокский государственный университет экономики и сервиса стал площадкой для Всероссийского фестиваля науки. Возрастной рейтинг мероприятия 0+ стал главной изюминкой экспозиции. А представленные достижения науки и техники порадовали не только детей, но и взрослых. Подробнее о роботах, динозаврах и о том, модно ли быть умным в 21 веке, расскажет мой коллега Евгений Черемухин. 6 тысяч мероприятий в 80 регионах России. Только за прошлый год Всероссийский фестиваль науки под возрастным рейтингом 0+ посетило почти 2,5 миллиона человек. В 2018-м размах 8-го по счету ежегодного мероприятия для самых любознательных ничуть не меньше. Во Владивостоке площадкой для проведения фестиваля стал ВГУЭС. А среди экспозиций можно было встретить не только качественные модели роботов, скульптуры, образцы клеток древних растений и другие экспонаты. Пожалуй, главное сокровище любого фестиваля науки – это любопытные дети, которые точно знают, каков возрастной лимит для пытливых умов. Наука 0+! На фестивале науки засветились и недавние гости передачи «Время говорить» на 8-м канале. А точнее, один из синтетических гостей – робот Адам. Это творение приморских робототехников, по словам создателей, к слову, резидентов Сколково, лишь первый шаг на тернистом пути отрасли в стране. Один из создателей робота поделился с нами ответом на главный вопрос, который возникает у молодежи, когда речь заходит о науке и знаниях. А именно, модно ли быть умным в 21 веке? Умными быть очень модно, умными быть это очень круто, потому что востребована именно умная молодежь, востребована именно молодежь, которая развивается именно на энтузиазме. Я вот приведу в пример Александра Ганюшкина, который привлек меня вот в команду разработчиков именно на энтузиазме. Его с детства была мечта собрать робота, и он реализует свою мечту. Естественно, без определенных компетенций этого сделать невозможно. Съемочная группа 8-го канала испробовала на себе некоторые из достижений науки, представленных на фестивале. Так корреспондента буквально оцифровали и загрузили в компьютер в форме 3D-модели. А в одном из павильонов нам предложили проверить свои знания, ответив на 25 вопросов про динозавров. Причем все по-взрослому. Как говорится, тяните билет, молодой человек. В целом программа Владивостокской площадки фестиваля науки 0+, получилась пусть и несколько камерной, но очень насыщенной. Как сделать сам метод сгибания пальцев. Ну, это все есть в свободном доступе. Пусть не все стенды фестиваля получились красочными и интерактивными, каждый заслуживал внимания. Вот и ученые из Дальневосточного отделения Академии наук, изучающие растения, лес и годичные кольца, стояли немного особняком. Но и им было что сказать. Особенно о том, зачем вообще интересоваться наукой. Любое знание, полученное в любой этап жизни, может пригодиться в неожиданный момент. Это расширяет кругозор, делает мозг гибче. И тогда найти выход из трудной ситуации становится легче. Организаторы уверены, что подобные мероприятия по-настоящему помогают искать ответы, исследовать и открывать мир. А тот факт, что фестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию, лишь помогает реализовать его просветительский потенциал. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на 8-м.
Первым юбилей Приморья отметит Владивосток. В субботу, 20 октября, на Центральной площади отпразднуют 80-летие региона. В этот день гостей праздника ждет насыщенная концертная программа и выставка улицы Приморского края. Выставка будет работать с 11 до 20 часов, представит достижения всех муниципалитетов, пройдут разные мастер-классы от представителей районов. Концепция экспозиции повторит прошедшую в дни 4-го Восточного экономического форума выставку улицы Дальнего Востока. 15 часов начнется концерт, завершится праздник салютом. В остальных муниципалитетах Приморья празднование юбилея состоится в воскресенье 21 октября. И если Приморью исполняется 80, то семейный стаж некоторых жителей края не намного меньше. 70 лет со дня свадьбы отметили Марина Ивановна и Василий Дмитриевич Кокуркины. Они поженились практически сразу после войны в 1948 году и с тех пор не расставались. Секрет супружеского долголетия узнавала моя коллега Светлана Садовая. Первое золотое кольцо Василий Кокуркин купил своей жене Марине только спустя четверть века после свадьбы. В 1948 году, когда супруги поженились, не было традиции обмениваться кольцами. Да и сама свадьба в поселке Советская Гавань была скромной. Шли мимо ЗАГСа и расписались. И даже какое-то время скрывали это от родителей. Но зато пророческой стала случайная фраза, которую обронил сосед. 2 мая на праздновании за общим столом посидели, познакомились. Сосед сказал, говорит, Василий Дмитриевич, знакомы ли у вас на всю жизнь? Сказал, вроде бы и шутя, может быть, серьезно. А на самом деле так и получилось. Вот уже 70 лет супруги идут по жизни рука об руку. Когда поженились, Марине было 18, Василию 21. В Советскую гавань младший лейтенант Кокуркин попал по службе. Марину Нестеренко он заприметил сразу, квартировал в доме, где жила будущая супруга. Это любовь. Это настоящая любовь, потому что мы, во-первых, не разлучаемся никогда и нигде. Если едем куда-то отдыхать вместе, если мы где-то, я заболела или он заболел, или он лежит в больнице, я лежу в больнице, друг друга навещаем. И вообще без друга не можем. Марину Ивановну не испугала судьба жены военного. Постоянные переезды, новые гарнизоны. За 15 лет их поменялось целых 5. Порой молодой супруге только приходилось мечтать о бытовом комфорте и удобствах. В гарнизонных условиях родились сыновья – Василий и Владимир. Легко собирались. В гарнизонах квартиру скромненькую давали. И обходились. А когда уже стали дети подрастать, там школа, практически жена не смогла устраиваться где-то постоянно работать, в гарнизонах такой возможности не было, занималась детьми. У Марины и Василия Кокуркиных 3 внуков и 1 правнук. 70-летие совместной жизни супруги решили пышно не праздновать. Но, несмотря на преклонный возраст, у четы Кокуркиных впереди много планов. 8 канал поздравляет Марину Ивановну и Василия Дмитриевича с благодатной свадьбой. Жить дальше, любить друг друга и не забывать никого, ни родных, ни родственников. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на 8. Лидер музыкальной группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что в России в качестве возможного постоянного места проживания она выберет Владивосток, а не Петербург. Об этом певица рассказала в видеозаписи, опубликованной на ее официальной странице в Инстаграм. В минутной видеозаписи лидер группы поделилась с подписчиками мыслями о городе и намерением, возможно, когда-нибудь обосноваться здесь на постоянной основе. А я подумала, да простит меня мой любимый Питер, но если я решу куда-нибудь двинуть на постоянку, в нашей стране это будет Владивосток. Здесь так много вот этих одиноких и не очень судов, так много воздуха и атмосферы. И далее к новостям спорта. Генеральный директор «Адмирала» после своей дисквалификации заявил о том, что КХЛ планирует исключить приморскую команду из чемпионата. Приморская самбистка завоевала золотую медаль первенства мира. На крупные состязания спортсменка попала практически случайно. Все подробности у Максима Яковлева.
Генеральный директор «Адмирала» прокомментировал свою дисквалификацию. Напомню, что на днях КХЛ наказала Сергея Сошникова и его заместителя Александра Селиванова. Руководство хоккейной лиги запретило специалистам работать, так как долги в приморском клубе выросли до неприличных. «Адмирал» в общей сумме должен игрокам около 100 миллионов рублей. Сошников категорически не согласен с этим решением и отметил, что, возможно, таким способом хотят выдворить клуб из КХЛ. Сейчас в лиге зарегистрирована другая организация – АНО «Хоккейный клуб «Адмирал» Приморский край». Она не имеет никаких задолженностей. Прошлая организация «Хоккейный клуб «Адмирал» наработала долги в течение 2,5 лет, когда ее руководили Гаджиев и Мухаметов. Мы не можем ни рубля потратить со счетов новой организации для погашения старых долгов. Я считаю, что эти действия направлены к исключению «Адмирала» из континентальной хоккейной лиги грядущей весной. Также Сошников отметил, что с 1 января этого года руководство успело погасить порядка 116 миллионов рублей из старой задолженности, пока не сменилось юридическое лицо. Напомню, что долги перед игроками у «Адмирала» стали активно всплывать в 2017 году. Вскоре выяснилось, что средняя зарплата у приморцев на тот момент составляла 10 миллионов рублей в год. Самбистка из Приморья стала лучшей на первенстве мира. Международные соревнования проходили в Тбилиси. Туда приехали более 250 спортсменов из 30 стран мира. В первенстве участвовали самбисты и самбистки в возрасте до 20 лет. 17-летняя воспитанница детско-юношеской спортивной школы города Уссурийска Екатерина Циберт выступала в весовой категории до 56 килограммов, самой многочисленной на этих соревнованиях. Она успешно провела предварительные поединки, в полуфинале выиграла спортсменку из Армении. И в финале встретилась с грузинской самбисткой Мариам Мазанашвили. В сложнейшей схватке, несмотря на поддержку зала хозяйки ковра, Катя смогла психологически собраться и вырвать победу у своей соперницы. Помимо золотой медали, наша самбистка получит и звание мастера спорта России. Стоит отметить, что Екатерина попала на эти соревнования практически случайно. После того, как первые номера сборной в ее весовой категории были дисквалифицированы, Циберт получила вызов. Это было всего за неделю до первенства мира. Максим Яковлев, новости спорта новостей. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Трасса Седанка-Патрокол оказалась блокирована. Грузовик обрушил балку виадука в результате дорожной аварии. Приморские парламентарии определили снова даты выборов губернатора. Жители решат, кто станет главой региона 16 декабря. Виталий Веркиенко ушел с поста мэра. Теперь официально. На внеочередном заседании депутаты Думы Владивостока приняли его отставку. Батареи постепенно становятся теплыми. Отопление уже пришло в 13 муниципалитетов Приморья. Роботы, скульптуры, образцы клеток древних растений и многое другое. Всероссийский фестиваль науки «0+» добрался до Владивостока. Известная певица Диана Арбенина призналась в любви Владивостоку и рассказала, что не отказалась бы жить здесь. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. В Приморье в эти дни проходит 18-й дальневосточный фестиваль искусств «Болдинская осень». Стихи, проза, музыкальное, вокальное творчество, хореография и живопись. Эти номинации откроют новые имена талантов региона. А вот в Москве сейчас демонстрируют свои таланты аграрии. На ВДНХ проходит выставка под названием «Золотая осень». В ней задействованы более 1200 участников со всей России. По традиции, значительная часть выставки отведена для показа достижений животноводства и племенного дела. Будем надеяться, что в свое время среди победителей окажутся и питомцы приморских животноводов. На самых стильных представителей пород смотрим прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рогоцкая. Увидимся на 8.